Всем привет! С вами снова Евгений, компания «Гурдострой». И уже полюбившаяся вам рубрика «Объекты в работе». Сегодня мы с вами находимся в жилом комплексе по улице Дальней, где мы уже вам показывали обзор готовой квартиры. Можете перейти по ссылке, посмотреть. Это двухкомнатная квартира, площадь ее 76 метров квадратных. Работы здесь выполняются по нашему дизайн-проекту. Это полный дизайн-проект, он включает в себя разработку планировочного решения, 3D-визуализации каждого помещения по 2-3 ракурса, конечно же, полный пакет рабочей документации и сопровождение дизайнера, то есть полная подборка материалов, мебели и прочих предметов интерьера. Все черновые работы в этой квартире уже закончены, стены подготовлены у нас под окраску, залиты полы, плитка подготовлена под затирку. Вот. Теперь давайте я вам более подробно расскажу о тех видах работ, которые мы здесь уже сделали. Итак, это у нас прихожая. Здесь мы возвели стены из газобетонного блока для гардеробной. В гардеробной, как всегда, уже по традиции у нас установлен электрический щит с полным наполнением. Это очень удобно, на наш взгляд, он не находится на виду, и в то же время к нему всегда есть удобный доступ. И также в гардеробной под потолком будут расположены трансформатор для светодиодной подсветки. Ее тоже достаточно много в этой квартире. Это тоже очень удобно, так как доступ к трансформаторам тоже необходим и иногда перегорает. Итак, что касается полов, то полы мы здесь выровняли смесью для наливного пола. Залиты они в разных уровнях для того, чтобы в итоге все напольные покрытия были в одной плоскости. К примеру, здесь у нас уложена плитка. Здесь у нас будет уложена инженерная доска на фанере. Толщина фанеры 12 мм, толщина инженерной доски 15 мм, итого 27 мм. То есть разница между плиткой и существующим полом сейчас 27 мм. Вот такая простая математика. Идем дальше. Это у нас гостиная. Особенностью этой комнаты является то, что здесь будет установлена раздвижная дверь пенал. Для того, чтобы установить такую дверь, сначала необходимо установить механизм для нее, и затем вся эта стена зашивается гипсокартоном в два слоя для большей жесткости. Вот. Как я уже и говорил, вся черновая работа закончена. Стены у нас подготовлены под окраску. Красить мы здесь будем по шпаклевке. То есть изначально мы стены, естественно, отштукатурили все по маякам, отшпаклевали под обои, оклеили стеклохолстом для того, чтобы заармировать стену и предотвратить появление усадочных микротрещин. Далее стеклохолст мы отшпаклевали еще на 3 раза финишной шпаклевкой и, естественно, зашлифовали это все. Принимаются стены под окраску с помощью прожектора, что мы сейчас с вами и сделаем. Вы можете вместе со мной убедиться в качестве подготовки стен. Вот, все сделано идеально. Вот. Потолки в этой квартире из гипсокартона, в два уровня с нишами под шторы. Они также подготовлены под окраску по той же технологии, что и стены. Обратите внимание на радиаторы. Радиаторы мы здесь заменили, установили такие вот красивые трубчатые радиаторы. Выход под радиаторы мы всегда делаем из стены, как я уже рассказывал ранее. Это, во-первых, удобство в уборке, и, во-вторых, это эстетика
Мы всегда за эстетику. Идем дальше. Это у нас балкон. Изначально это была такая длинная ленточная лоджия. Мы отделили ее часть такой вот гипсокартоновой перегородкой. Этот балкон утеплен основательно. Здесь у нас два слоя пенополистирола по 5 сантиметров и газобетонный блок толщиной также 5 сантиметров. Итого толщина пирога утепления 15 сантиметров. То есть холодно здесь точно не будет. Также утеплен потолок и пол. Отапливаться балкон будет с помощью теплого пола. Как это делается? Изначально здесь была стяжка от застройщика. Мы ее демонтировали. На пол приклеили утеплитель. Это пенополистирол толщиной 20 мм. Затем на пенополистирол укладывается термокабель. Заливается стяжка толщиной 4 сантиметра. И укладывается уже напольное покрытие. Напольное покрытие здесь такая вот красивая гексагональная плитка. Стены наружные мы оставили кирпичные. Этот кирпич мы почистим и покрасим водоэмульсионной краской. Тоже все будет очень красиво. Идем дальше. Это у нас кухня-гостиная. Как я уже говорил, мы сделали здесь небольшую перепланировку. Это была зона лоджии. Мы объединили лоджию с кухней. И площадь этого помещения сейчас составляет 21 метр квадратный, что позволило зонально разделить помещение так, что здесь будет установлен кухонный гарнитур с полуостровом. Он отделит зону готовки от гостиной зоны. Здесь у нас будет установлен диван. Здесь обеденный стол, тут будет висеть телевизор. Эта стена у нас будет декорирована такими вот красивыми гипсовыми 3D-панелями. Вот. Зона балкона здесь также основательно утеплена, как и тот балкон, про который я рассказывал. Радиатор также заменен на трубчатый. Кстати, высота парапета изначально была 1,20 м, так как все застройщики по технике безопасности делают парапет именно такой высоты. Но так как мы присоединили лоджию кухни, мы опустили этот парапет на несколько рядов кирпича, и сейчас высота подоконника у нас стандартная 90 сантиметров. Кстати, многие спрашивают у нас про перепланировку, насколько ли это законно. Если все делать грамотно, то перепланировку можно узаконить. И если вы в этом нуждаетесь, мы можем вам оказать такую услугу. Идем дальше. Это у нас санузел. Отделка стен здесь будет комбинированная, то есть на высоту инсталляции стены облицованы плиткой, выше будет покраска. Узел учета у нас изначально находился здесь в нише, мы его вынесли, расположили на стене для удобства обслуживания и удобства снятия показаний со счетчиков. Выше у нас будет находиться накопительный водонагреватель на случай отключения горячей воды. В эту нишу будет установлена мебельная конструкция. Вы можете посмотреть это на визуализации этого помещения. Также здесь располагается встроенный блок гигиенического душа. Здесь будет установлена небольшая раковина. Идем дальше. Это у нас душевая. Душевой поддон сделан в строительном исполнении. Как это делается, уже много раз рассказывал ранее, повторяться не буду. Эта перегородка у нас сделана из гипсокартона. Здесь впоследствии будет установлена столешница из искусственного камня. Под столешницей будет стиральная машина и на столешнице раковина.
За этой перегородкой со стороны душевой располагаются такие вот полки для хранения ванных принадлежностей. Обратите, какая красивая плитка, это итальянская плитка Patchwork. Мы ждали ее 2 месяца. Вот. Здесь будет располагаться водяной полотенцесушитель. Краны отсечены для полотенцесушителя. Мы установили паечные. Я уже это тоже ранее рассказывал, для того, чтобы не делать каких-то дополнительных люков в коробе для доступа к крану. Также и в санузле, и в душевой на полу уложен электрический теплый пол. Идем далее. Это у нас спальня, самая светлая комната в этой квартире. Здесь тоже стены уже готовы под окраску, потолки также в 2 уровня. Здесь будет находиться светодиодная подсветка, для нее мы сделали такую нишу. Вот здесь мы построили перегородку также из газобетонного блока под встроенный шкаф. Как эта комната будет выглядеть в итоге, вы можете посмотреть на визуализации. Вот и закончилась наша экскурсия. Если у вас есть какие-то более конкретные вопросы, вы можете задавать их в комментариях к этому видео или звонить мне лично и спрашивать. Скоро мы вам покажем, как будет выглядеть эта квартира после окончания всех работ. Также не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайк. Всем пока, до новых встреч!